Но самое главное, это вообще наличие стандартов, потому что есть вот такая ситуация глобально, когда говорят, мы хотим мистери-шоппинг, хотим измерять поведение, там, не знаю, что-то. И когда мы берем все материалы, тренинговые стандарты, мы понимаем, что на самом деле они отсутствуют. То есть то, как они прописаны, это просто взяли вот Центробанк и отдали, а так это не живет. И поэтому должны быть стандарты, должны быть очень понятные правила. Мы, например, делаем брендбуки для сотрудников, которые четко их ориентируют на конкретные там фокусы в работе. Это, безусловно, привязано к стратегии. Это еще более того, каждый год должно корректироваться, ну, с учетом там достигнутых каких-то изменений. Поэтому, да, изменения. Сначала для того, чтобы понять, дальше то, чего нет, достроить, потом обязательно провести информационную работу, вплоть до того, что, может быть, проведены какие-то специальные тренинги по обучению людей, по информированию их вообще и о стандартах в том числе, и ну, там, о том, как работать, и о том, как будет измеряться все это. Но самое главное – это вовлекать как раз middle management, потому что, по большому счету, вся работа над изменениями, она идет на middle management. Когда мне говорят о том, что мы открываем все данные, мы хотим видеть, кого проверили, как проверили. Сеть там, не знаю, ну один из наших клиентов, это, например, Сбербанк. Представьте, какая сеть, да? Невозможно это делать, потому что нельзя отвечать за действия каждого конкретного директора розничной точки, поскольку один человек понимает свою ответственность, он знает, что он формирует команду, он с ней работает, он будет правильно это делать, да? Но большинство из них, как правило, выйдет в зал и скажет: «Ты сволочь, из-за тебя мы все лишились бонуса», да? Вот как бы это результат, это то, что потом там видно в результатах, когда люди не принимают программу, и они, собственно, не хотят, чтобы она шла, и они там потом ищут и тайник покупают. Ну, в общем, занимаются, на самом деле, страшными вещами, а компания это все оплачивает. Все начинается там, что называется, с яйца.